молодой человек, а что, пломбир закончился? Пломбир «Русский холод» разлетается со скоростью вкуса. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Жанна Соколова. Мороженое «Русский холод». Каждый найдет свое любимое мороженое. Сладкая прохлада на любой вкус. Спрашивайте в магазинах города. А теперь о прогнозе синоптиков. В предстоящие сутки над Уралом и Западной Сибирью будет царить обширный циклонический вихрь. Он принесет в регион кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха будет ниже средних летних значений. В Тюмени плюс 12-14, кратковременный дождь, возможно, гроза. В Челябинске плюс 15-17, кратковременный дождь. В Екатеринбурге плюс 12-14, кратковременный дождь. В Кургане ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-13. Днем в Кургане облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14-16. Атмосферное давление повысится. 7 июля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!